Этап 4. Преимущество знакомой местности. Я несколько часов пытался понять, что же Ахмед имел в виду, и только сейчас понял. И то, что я понял, в общем, совсем не круто. Это очень круто. Ferrari J50, особая версия и 488 Spider, созданное в знаменование 50-летия Ferrari в Японии, и учитывая, насколько японцы разборчивы в дизайне, Флавио Монци явно приложил все усилия при его создании. Вот тут история пошла. Чтобы познакомиться с трассой и немного освоиться, прими участие в охотнике против еще одного японского красавца, Nissan Silvia. Победи без сходов с трассы или без заносов. Понятно. Метров отрыва. Nissan Silvia и Феррарик. Суперфаст. Поехали. Вспомним трек, как Феррари на нем ведет себя. Тут больше тормозим. Флаг Украины. Объезжаем. Затормаживаем на повороте. Тяжело зашли. Так, Кудиуар. Вот Ниссанчик. Объехали. Турция. Мексика. Бразилия, Бельгия. И финишируем на прямой. 914 метров отрыв. Ахмед явно что-то затевает. Он сказал мне, что смог пройти 3 круга по восточному участку Сузуки за 2.14. Финишируй минимум на второй позиции и ложись в 2.14, чтобы ему не пришло в голову воспользоваться этим своим достижением против нас. Окей. 3 круга. Трасса Сузука Ист. Восток. Короткая трасса. Феррари на старте. Поехали. Так, тесторосто замедляется. Паровозик там создают. Так, J50. Сразу объезжаем.
так, немного занесло. Но удержались. Первый круг есть. Хорошо, идем. Так, и сколько будет рекорд круга? 39,5. 40 секунд, 45 в запасе. Так, по второму кругу. Теста Роса и хэтчбэк FF. Здесь F50. И вроде Энзо Феррари были. Финишируем. Второй круг, 40 секунд. За 2.06. Что ж, Ахмед прямо расстарался. Целая решетка Феррари. Он заявляет, что дух J50 подстегивает его династия. Что бы это ни значило. Так что мы не только победить должны, но и полностью раздавить соперника. К концу второго круга займи первое место. Позволь себе обогнать хотя бы раз. Затем к началу третьего круга снова займи первую позицию. И одержи победу. Как-то тут запутано. К концу второго круга займи первое место. Позволь себе обогнать. Затем к началу третьего круга быть первым. Конец второго и начало третьего. Это и есть начало третьего. Короче, странно. Задание. Янсенс на J50. В какой момент надо дать тебя обогнать? Непонятно. Так, дадим сейчас разик обогнать. И поехали. Так, и здесь, на втором круге, попробуем еще дать обогнать. На всякий случай. Потому что я помню, раньше были какие-то проблемы с этим заданием. Так, еще раз обгоняем. И едем к финишу. То ли нельзя в третьем, кажется, обгонять. Давать. Перемещаемся под финиш. Больше не обгоняли. Не давали себя обгонять.
Так, да, все, завершено. На третьем кругу не надо себя обгонять, давать. По идее. Та последняя гонка не считается, потому что моему гонщику солнце во время заезда глаза ослепило. Настоящее испытание нам еще только предстоит. Тебе придется победить в этом рывке. Действительно. Ничего себе, Ахмед. Это уже ни в какие ворота не лезет. Как тебе убедить, если ты даже факты не в состоянии воспринять? Ладно, поехали. Называй скорость. Вот теперь Ахмед меня действительно разозлил. Заверши этот рывок. И будем надеяться на конец. Успокоится он. Одержи победу. Короче, без ходов. Выиграть заезд. 269 км/ч. Синий феррарик. Поехали. С запасом. Финишируем. 286 ровно. 0-0. Четко. Завершаем четвертый этап. 500 очков. Что ж, полагаю, тут ты прав. То есть ты допускаешь это. Ты признаешь, что 812 Superfast достойный наследник линейки двигателей V12. Ты неправильно меня понял. Я допускаю, что наш пилот действительно мастер своего дела. Какой бы двигатель ему в руки не попал, он выжмет из него по максимуму. Нет, чтобы по-настоящему проверить Superfast, нужно, чтобы им управлял кто-то менее